культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» прошла церемония вручения 6-й ежегодной республиканской премии «Самрух». Победители конкурса получили диплом и статуэтку в виде птицы Феникса. Премия учреждена и организована Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Селет». При поддержке правительства Республики Татарстан Дина Валеева выиграла в номинации «Песня года». Она выступила автором текста и музыки, а также ее исполнителем. Подают заявки люди, те, кто хотят участвовать в этой номинации. И путем голосования на специальной платформе получается, выходит в финал 3-4 песни. В этом году в финал вышли 3 песни, соответственно, и путем голосования определился победитель. Подарили подарочный сертификат в студию звукозаписи. Вот, надеюсь, я что-нибудь еще сочиню, да и напишу. Премия «Самрух» проводится по следующим номинациям: директор года, старший вожатый года, лагерь года, вожатый года, напарники года и по другим. Гульназ Гатина в «Самрух» участвует уже не первый год. В прошлом году она участвовала в номинации «Вожатый года», а в этом решила попробовать себя в номинации «Лагерь года». На самом деле достаточно было сложно, потому что и конкурсанты сильные, и нужно показать все, к чему мы готовились целый год, всю свою работу. Но я думаю, мы справились, у нас все получилось. Подготовка длится не один месяц. По словам Гульназ Гатиной, каждый стремится выиграть и показать себя. Мы с начала декабря, конца ноября уже в доме «Селет», как раз таки вот здесь, проводим отборочные этапы, то есть отправляем свое портфолио, они смотрят, и уже после этого только некоторые проходят на такой отборочный этап, где уже каждый рассказывает про себя. Целью премии является поддержка и поощрение одаренных детей и талантливой молодежи сообщества «Селет», признание заслуг членов сообщества, партнеров, авторов и организаторов проектов. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.